Всем привет! Мы сегодня опять на удах, уже совершенно в другом месте. Я приехал вчера, где-то часов 4 после обеда. Вечером, ночью и ранним утром поклевок не было. Вот 8 часов, первая поклевка. Вот такой небольшой фазан. Маленький, но приятно. Посмотрим, что будет. Целый день у нас еще впереди. Сегодня 20 июля 2017 года. Обратно я на реке Уды. Только в этот раз я выбрал совершенно новое место. И больше разведкой занимался, устройством лагеря. Но все равно в 8 часов была поклевка, и я с рыбой. Что я хочу сказать? Я хочу приготовить сегодня рыбу фаршированную гречневой кашей и запеченную в фольге. Многие спрашивают, как и чем маринуть. Я понимаю, маринад — это посолить рыбу с какой-то приправой. Или мясо посолить и что-то добавить туда. Вот в качестве приправа для рыбы обычной. Вот использую. Сейчас я натру рыбу снутри и снаружи. Я оставлю где-то на час, ну пока я сварю гречку. Вот сюда где-то на 40, на час оставлю ее в прохладном месте, чтобы она просолилась. И так называем замариновала. Рыбу почистил от чешуи, выпотрошил и удалил голову. Вот сейчас я ее, тут травы всякие, ну, я в прошлый раз коптил ее, рыбу. Получилось довольно вкусно. Попробую, не знаю, сейчас она гречку не испортит, ну. Тут видно соль сразу приправе. И пока рыба замаринуется, мы будем приготавливать. Свинки текут. Все. Правда, жара сейчас, прохладное место. Ну, минут на 40, на полчаса, и она будет просолиться и пропитается травками. Самое главное, чтобы муха не залезла. Заверну. И в прохладное место положим. Сюда. Зафаршировать на гречке не слишком много. Ну и что, я так ее съем. И скормлю рыбу. Надо грамм 100, наверное, гречки. Значит, надо грамм 300 воды. Ну, один к 3. Будет у нас где-то 300 грамм. 1,7. Как его. Воду ставим.
туда, потому что там же не только гречка. Это шушу в каше не умею варить. Вода еще выкипит. Чтобы не было мало. Так. И посолим ее. А сколько туда соли, боже мой, меньше чайной ложки. Сейчас вода закипит, потом буду добавлять гречку. Так, вода кипит полным ходом. А как же тут определить 100? Я думаю, хватит. Гречка варится у нас, я не знаю, сколько ее варить. Но тем временем раступим сало. Конечно, лучше бы сливочное масло. И немного поджарим лук, припустим его. Универсальная вещь, солдатский котелок. Шкварчит. Ух ты! Видали? Как коньяк. Тоже по-взрослому готовка идет. Как раз, когда карамелизовался лук, я не люблю его, чтобы он пригорелый был, припустился, стал мягеньким. И вода с гречки, уже почти гречка готова. Сейчас ее на горячую землю, я вот даже лук пассировал на горячей земле, на краю костра. Вот видите, без углей он хорошо пассируется. Лук уже готовый и гречка тоже. Гречку тоже сейчас поставлю, пускай она дойдет. И лук убираем. Опа, солочку. И гречку отставляем. Фарш в рыбу помещать надо, чтобы он был
холодный, не горячий. Так, еще я добавил 2 яйца вареных. И сюда сейчас гречку. Чтобы она остыла быстрее. Все-таки мешаем. Переварил я гречку, воды много добавил, наверное. А, мне кажется, бомба будет. Карп только маловат, не поместится все. Так, тут быстрее начнет сейчас стынет. А то горячий кипяток поместишь, если рыбу поместишь уже, не то будет. Я думаю, что фарш уже готов. Рыба уже замариновалась. И фарш уже остыл. Сейчас его наполним. Возьмем фольгу. Думаю, что пора уже ее заворачивать. Просто рыбу надо было больше ловить, но вот как получилось. Это нет, ничего страшного. Гречка очень вкусная получилась. Я не сильно специалист по кашам. Так. Ну, вторую. Тряпочку, тряпочку. Стола пока у меня нету. Не знаю, будет или нет. Тут активности рыбы в этом месте нету. На рыбку. Достаточно. Спасает фольга очень прекрасно.
на природе, не заморачиваясь, приготовить массу прекрасных блюд. Сейчас помещаем на угли. Минут 10 с одной стороны, потом минут 10 переворачиваем на другую сторону, и рыба будет готова. Мелкий костерок разведу сверху. Прошло 10 минут. Попробуем перевернуть. Если, конечно, получится. Процесс идет полным ходом. Я просто уже костер не нужен сверху. Я думаю, у нас все получится. И еще ждем. Прошло еще 10 минут. Мы вытаскиваем рыбу. Но смотреть будем потом. Там, мне кажется, была поклевка. На одной дырочке. Ни треска, ни пенопласт не сработал. Ни треска катушки. Катушки не проворачивалась, пенопласт на месте. Но оснастку снесло не травой. Что-то взяло и вдоль берега виска стало. А бросал я на середину. Может, сейчас, возможно, придется в воду залазить. Все может быть. Сейчас рыба пускай подойдет. Идем смотреть. Не знаю что. Трава не могла так параллельно берегу снести оснастку. Все, идем в джунгли. Вот пенопласт на месте. Сейчас сидит и...
на леска, ушла вдоль берега. Не могла, я просто забросал на середину. Сейчас будем смотреть, что там у нас. Возможно, придется воду брать. Не дергается ничего. Коря. Он, короче, взял. А что, скупаюсь. Короче, взял тихонько и пошел к берегу. И мертво сидит в корях. Под берегом.
здесь коробки. Ага, сейчас лето. Так, ну что, надо было это, от этого бы фарша, конечно, больше вылезло. Но дело в том, что я домой не буду брать его. Можно было взять, но у меня еще тот карп остался. Не жалею я ни о чем. Каждого удачного вываживания я всегда могу подхватить. Классно, домой на листе. Сейчас рыбу съем или съедим. Тихонечко даже и не потянул, он засекся и сразу сюда, а тут завал. Вот хитрец. Ну это не тишина, тишина, думаю, проверю луночку. Прекрасный июльский день, жаркий, но прекрасный. Ой, закупался. Надо тут все ерунда. Я уже думал, что в этот раз буду что-то готовить.
И мне уже почти финал, уже приготовил рыбу, и ничего не помешало. Оказывается, нет. Оказывается, была поклевка тихушника, карпа, который пошел со средины к берегу и совершенно не подал никакого сигнала. Катушку даже ни чуть-чуть не провернул. Так, короче, посмотрим, что у нас получится. Как раз гости ко мне пришли. Сбили. Ну, короче, мягенькая. А вкус, что запах специфический. Всего приятного аппетита. И гречка тут. Я тебе